Башкортостан займет существенную роль во внешнеторговом обороте России и Беларуси. Об этом заявил секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам 10-го форума регионов двух стран, прошедшего в Уфе. Содержательная деловая повестка, а также культурная и спортивная программы сделали Уфимский форум одним из знаковых за десятилетие его проведения. Республика продемонстрировала готовность приумножить вклад России в развитие союзнических отношений с Беларусью. В свою очередь, бизнесмены из братской страны отметили привлекательность нашего региона с учетом внедрения инструментов защиты и поощрения инвестиций. Об этом говорит и реализация белорусских проектов в регионе, в частности, компания «Амкадор», заявил Мезенцев. Все те характеристики, которые обозначают внешнеторговый оборот, его рост, объем закупок белорусской машиностроительной продукции, объем экспорта с территории Башкортостана – это очень важный результат, доказательный и идет, естественно, в прогрессии. Но то, что сегодня Башкортостан показал национальный уклад, уважение к народностям, которые проживают на территории республики, особую культуру проведения организации форума – это удивительный результат, это планка, которую все остальные субъекты, где когда бы то ни было будет проходить форум, должны стремиться. Напомню, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 330 миллионов долларов. По оценке специалистов, которые подтвердили Ради Хабиров и Александра Лукашенко во время личной встречи в 2021 году, есть потенциал для планомерного роста показателя до 1 миллиарда долларов. Драйверами этого станут машиностроение, сельское хозяйство, нефтехимия.